Бывает, что, вы знаете, очень плохая примета, когда портрет рисуешь, это отнимает у тебя. Начитались там портрет Дориана Грея? Никогда, наоборот, мне кажется, ангел-хранитель добавляется в твоем доме, если появляется твой дополнительный. И Булгакову много причисляет. Вот я снимался в фильме «Ночной дозор», там вот я там ввели в какую-то сатанинскую историю, я там не знал, просто пришли, отснялись. Но потом все говорят, вот видишь, этот умер. Но один был больной, у другого была печень. У Лонга там у него сердце было слабое, я знал его и до этих съемок. Когда мужчина пришел поздно домой, подвыпивший такой, и жена начинает кричать, опять напился, опять пьяный пришел. Так спросил, где я был. «Ну, где ты был?» – спрашивает она. «На кладбище». Она так участлива. «Кто помер?» «Там все померли». В конце концов, все уходят, конечно, но остается какое-то приятное, вот как эти мурал или там граффити, или фреска. Остается какое-то дополнительное, там что-то не три буквы на заборе, а там дрова. А вот что-то приятное такое, душевное, которое вызывает улыбку. Я вспоминаю Никулина, он рассказывал, это 80-е годы, одежды невозможно найти. И он ехал с дачи откуда-то, осень, слякоть, грязь, понедельник, все такие мрачные. И прошел мужик в фуфайке, и все так заулыбались. И когда он прошел мимо него, Никулин посмотрел, а у мужика на фуфайке было написано «Дубленка, дубленка». Дубленки не было, был дефицит. И как бы мне, говорит, сразу улыбка такая, я запомнил. Вот такие вещи иногда радуют людей. Владимир Викторович, вы, если бы на вашем здании захотели изобразить литератора, или в вашем районе, в Лосиноостровском появился, вас бы это бы, ну, напрягло? Как вот некоторых... соседей, нет, Владимир не Владимирович. Напрягло. Нет? Нет. Угу. Их дома уже бы ничего не напрягло. Почему? У них такой дом, в общем, требующий реставрации полностью. Поэтому, украшая такой фреской, это создает какую-то веселость и радость. Я понимаю центр, да, вот там где же. Но то, что вот, допустим, Лосиноостровский район, там появился вот этот парк, я считаю, что это замечательно, потому что я знаю, что люди туда приезжают даже, ну, гости столицы, условно говоря, если так только. Наш район лучший. Да. А я, насколько понимаю, где-то недалеко, там, где вы живете, есть же еще какие-то вот... Вот, да. Маршал Жуков. Маршал Победы, да. Это тоже непосредственно это на Арбате. Рядом с вами. А Плесецкая где? Она тоже где-то в центре? Это Дмитровка. Охотный ряд. Почему? Нет, моя. Охотный ряд. Да. Плесецкая нет, моя. Не охотный ряд. Это вот со Сретенки идешь и... Угу. В центре там. Дело, Никас, а вот я так понимаю, что вот вы были научены этим горьким опытом с елочкой, да, которая за два дня растворилась. И после этого вы уже на Мосфильме, условно говоря, на законных основаниях, да, это по просьбе Шахназарова. Вещей. Шахназаров, он знал, что у меня есть... у них еще и фон был, он сказал, без фона. А фон — это их история фильмов, фильмография. И вот Дунаевского, Тарковского и Гайдая сделали на Мосфильме. И, честно говоря, меня даже сам Шахназаров стал больше уважать. Почему-то он говорит, я каждый день хожу, и все время о тебе вспоминаю, и как-то тебя еще больше начинаю уважать. Это хорошие людям напоминает это о том, что есть герои, есть фильмы их, есть рассказы или... вот Толстой, у меня были проекты, Толстой, Булгаков тоже, кстати, вот Толстой. Замечательно, из его фильма «Ясная поляна». Этого не существует пока, но это можно сделать. Это нереальное изображение? Этого, к сожалению, нет. Mm-hmm. Люди будут искать, не найдут. Но mm-hmm. это вот можно сделать, пока это только разработка того, что это может быть или граффити, или, или фреска на стене, но это не мешает. Кстати, как зелень с зеленью украшает, там как раз есть такая зеленая передний план, и Толстой, наш классик, весь мир его изучает, Достоевский, мне кажется, памятник, стоящий около библиотеки Ленина, разве он мешает? Да нет, конечно. Угу. Или Гоголь. А это должно быть. И памятники дорогие сами по себе. Вот. Или Пушкин стоит на Пушкинской площади. Такие вещи...
Нужно всегда, ну, чтобы это делали профессионалы, конечно. Тогда это вызывает уважение и приезжих, и своих жителей, сограждан. Вот, пожалуйста, это тоже есть желание сделать, пока тоже нет. Куджава на... Ну, его куда-нибудь надо на Арбате. Это на Арбате, на Арбате есть, уже это есть, предполагается на Арбате. Там. Вот он бы точно украсил Арбат, о котором он писал, жил там и так далее. Это тоже пока нет, это проекция, пока эскиз и этюд. Ну, вот я все время вопросы задаю. А может быть, у вас есть вопросы, допустим, по городу, условно говоря, Владимир Владимирович? Нет у вас? Да, конечно же. Есть ли Владимир Владимирович вопрос? Без вопросов обойтись нельзя, потому что мы понимаем, какого размера наш мегаполис, какой он разноландшафтный. И каждый район имеет свою урбанистику там, как таковую. Так вот, вариации на тему стрит-арта, на тему граффити, они же обширны. Так вот, какие эти граффити должны быть в нашем городе, чтобы они не нарушали ни концепцию его восприятия как жителями, так и гостями города? Вот вопрос к Москве нашей. А кто должен вот решать? Это должны решать жители или все-таки, как вот Никос говорит, профессионалы? То есть люди, которые понимают в предмете, или люди, которые будут жить в этом предмете? Как вы считаете? Решать должны профессионалы, а утверждать жители. Ну, жители тоже коллегиально, чтобы все-таки было полное. Ко мне обратился ректор, ректор консерватории, сделать Чайковского. У них такой есть там атриум внутренний, дворик в консерватории. И это вот является очень красивым. Все одобрили. То есть ректор все-таки знает, он был министром культуры, Соколов. А аптекарский огород, ботанический вот этот сад МГУ, повесили Бродского с его стихами. Самая большая портрет Бродского в мире. Вот она. И это тоже радует всех. Его надпись, его почерк восстановлен. И вот Бродский как раз очень... Он пишет о ботаническом, об этом саде. И все соответствует. Это вот фреска. Она сохраняет фактуру камня. Это никак не помешало. Вот будете там, обязательно увидите. И вот с зеленой крышей все сочетается. И очень... Мне кажется, это логично и подходит. Ну, была чистая, глупая, старая какая-то замызганная стена. И уже люди не смеют больше там ничего делать плохого. Все, вот стена белая как есть, несколько лет ее закрасили. И она так и стоит в этом состоянии девственном, можно сказать. Я думаю, что такие вещи должны быть. После рекламы мы продолжим разговор о реновации и о стрит-арте в Лосиноостровском районе с главой управы района Роберто Александровичем Леоновым.